Майор Вихрь в Минске, легендарный разведчик, герой России, уроженец Беларуси Алексей Николаевич Батян приехал посетить малую родину. Именно он стал прототипом знаменитого литературного и киногероя по мотивам произведения Юлиана Семенова. Встречу с именитым ветераном организовали в Институте национальной безопасности. В первую очередь нашего соотечественника наградили медалью, приуроченной столетию КГБ, которая моложе его всего на один год. И здесь же состоялся первый международный турнир по шахматам на кубок Алексея Батяна. Именно ему предстояло сделать символический первый ход на шахматной доске и тем самым ознаменовать открытие соревнований. Федерация Алексея Николаевича Батяна объявляется открытым. В это же время состоялось неформальное общение легендарного советского разведчика с главой КГБ Валерием Вакульчиком. Как отметил руководитель ведомства, жизненный путь нашего соотечественника стал символом борьбы за справедливость и мир. Подвиги во время Великой Отечественной войны и профессионализм в оперативной работе стали примером для многих поколений, в том числе и для современного. Сам Алексей Батян признался, что всегда чувствовал себя гражданином Беларуси. Я с Беларуси считаю своим родным моей родиной, что можно другого. И, безусловно, если даже потребовалось бы сейчас или защищать Беларусь, я в первую очередь сам бы добровольцем пришел бы и стоял бы насмерть в защиту своего отечества, то есть родной своей Беларуси. Что можно сказать? Я всегда горжусь тем, что я белорусы. Потому что люди у нас очень честные, порядочные. В шахматном турнире приняли участие ветераны органов госбезопасности Беларуси и России. Соревнования проходили по строгим международным канонам. Точнее, быстрые шахматы по шевенгенской системе. 16 участников разбились на пары. Призы достанутся лучшим как в индивидуальном, так и командном зачете. Уже завтра Алексей Батян планирует посетить малую родину, деревню Чертовичи в Воложенском районе. Об этом мы расскажем в наших выпусках.